Многие спрашивали, есть ли на башенном кране туалет, или как там вообще в туалет ходите там. В общем, конечно же, у нас есть туалет. Сейчас все покажу. Вот. Так, это у нас получается дверь для входа с улицы. А вот эта вот дверь у нас как раз таки от туалета. Сейчас покажу. Ну, вот так вот у нас тут ремонтик хорошенький. Вот здесь есть унитаз, раковина есть. В общем, кафельные стены, полы. Вот тут душевая, ванная есть. В общем, не жалуюсь.